А, то вони в пул сходили, напевно, з після дожди. Охолодиться. Close the window, Anna. Давай. Наталя, ти окей? Не впадеш? Давай. Все. А ти свої речі забрала? Наталя, ти свої речі забрала чи ні? А ці? Ой, сорі. То все ти забрала то, так? Давай мені, я сумку заберу. Я заберу. Я сейчас, как вы поняли, в сестренке в гостях. Опять получилось так, что я на выходные в этом краю буду отдыхать, в этом краю на выходных. Поэтому, ну вот как-то так выглядит место в Атланте, где они живут. Это братуха дал мне свою машину приехать сюда вчера. Ихний дворик, ихний домик. Это ихняя улица, получается. В таком райончике они живут. Мне нравится, красиво, зелено здесь, очень красиво все. Очень все красиво. Я хотела этот дом на продаже у них рядом. Прошлые выходные, когда я была, не прошлые, а позапрошлые. Что-то я думаю, а, наверное, куплю здесь домик, буду для Ани жить. И звоню своему братану, говорю, слушай, хочу переехать в Атланту. Он говорит, Ириха, едь домой уже, ты уже долго от дома. Говорит, не была долго дома, не выдумывайте. Я говорю, тоже хорошо, не надо никуда переезжать. Ну вот этот домик на продаже. Кстати, Аня говорит, что кто-то уже его купил. Кто-то дал на него уже оффер. Но он сильно большой. Здесь, ой, 6 спален. Ну, тоже похоже, что для такой большой семьи, не для маленькой. Вот. Вот как-то так. Живут люди в Атланте. Все.